Полгода назад здесь, на улице Фабрициуса, был пустырь. Сегодня кипит работа. Кое-где уже уложен газон. Проложены дорожки, спилен сухостой, вывезено почти 20 грузовиков мусора. Сейчас строители активно обустраивают будущие места отдыха. Также на территории будущего сквера проложили почти 200 метров дренажной системы для отвода грунтовых вод в ливневку. Вдоль речки выложат небольшую набережную и установят фонари. Деревья пересаживаем, стараемся аккуратно пересаживать те, которые были. Вот пальмы там стояли в зарослях, в кучерях. Мы их аккуратненько оттуда достаем и пересаживаем. Вот. Существующие деревья, их специальная подготовка, чтобы они не портились. Прокладываются дренажные трубы, делается обработка вокруг корней. Ход работ сегодня оценил глава Сочи. Он отметил, что отставать от графика нельзя ни на час. Местные жители давно ждут новый сквер. К тому же сюда можно приезжать из других районов. Рядом обустраивают удобную парковку. Думаю, что уже буквально со следующего года экскурсоводы нашего города, когда будут возить туристов многочисленных города Сочи, будут обязательно показывать, что этот сквер был заложен горожанами города к фестивалю молодежи и студентов. И это сегодня является одним из самых любимых уголков сочинцев, особенно нашей молодежи. Открытие сквера состоится 20 октября. В церемонии примут участие делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Им предложат высадить большое дерево дружбы. А в центре сквера установят памятный знак – символическую фестивальную ромашку. Галина Моисеева, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.